Сегодня мы с вами совершаем небольшой переход под предводительством наших инструкторов. В районе 6 утра, 8 часов с рассветом нам нужно будет выйти на маршрут, потому что завтра очень много всего ждет, разных впечатлений. Как раз фонарь говорит, можешь погасить, пожалуйста? Мы тут для съемок. Уничтожает вообще. Так лучше? Джон Рэмбо, сэр! В шоке! Вот у вас валяется тело пьяное. Это про тебя говорят. Раз! Раз! Буду переодеваться при всех. Вань, все в порядке, Вань? Лёха! Прям настоящая стая. Прайс просто. 11 часов, 20 минут пути, 19:50. Кирилл у нас сломал ногу. Мы завтра будем с вами ходить много, прямо вот много, долго и очень упорно. Святой источник великомученика Георгия Победоносца. Серебряный ключ близ деревни Анциферова. Пошли воду набирать. Под тент от снега сейчас отчистим. Была дружба, команда. Команда стоит. Время 23:37, а уже уложились. У нас все нарублено, за водой зашли. Уже и ужин готов. Вкусно? Вкусно. Что там у нас? Пивашка без мяса, с салатиком и сухариками. Ну, приноси с удовольствием. Спасибо. Откуда? А, ты так хочешь? Находи приключения на свою сидушку. Спасибо. С 8 на 9 будет самое охотное сидушка. А почему самое? А потому что там будет долбежка жесткая. Время 6 утра. Вот такое вот дежурное утро. Макс, ну как тебе? Всем привет, ребята. Не замерз? Нет, прекрасно было вообще. Кайф. Манала я это утро. Лица эти сними. Замерзла, что ли? Нет, ну вылазишь, не очень жарко. Да на улице на самом деле кайф, не так холодно. Ну иди, кайфуй. Анёк, ты где там? Нормально у тебя все? Да. А вот так. Выходи, братка. Добрый вечер. Здравствуйте. Доброе утро. Да, уже 2 часа, как все проснулись. А где моя каша? Блин, ты лучший. Будем отрабатывать и нарабатывать навыки ориентирования. У нас руководитель, но каждый будет вести как руководитель свой участок. Участке руководитель полноценный, то есть ты должен полностью держать ситуацию под контролем. Первый участок до точки 1 ведет этот участок, тут руководитель. Обратно. Потом до точки 2 второй руководитель. Вер, а если помню надо ориентироваться, моя задача прикинуться пьяным. Ну и при этом никуда не идти, сильно пьяный. И ребята меня должны прямо сейчас сразу же с первой точки эвакуировать. Старые друзья не могут друг другу помочь. Иван, давайте, пробуйте, Иван. Все отлично, теперь все отлично. Мы сейчас постараемся. Вот и прыгай даже. Дорогие друзья, 2 минутки инструктажа. Я не буду останавливаться то, о чем мы говорили там. Да? В нашем случае мы сейчас будем выходить на оживленную в какой-то мере магистраль, да, дорогу, автомобили ездят, вот уже люди проснулись, поэтому попрошу быть аккуратными, не спешить, не перебегать, удостовериться в безопасности, после этого переходить. Вот. Перейдем дорогу, дальше уже сориентирую вас по местности. Так, замыкающим у нас пойдет товарищ Ксения.
я не зорка. Я шучу. Наша задача, да, никого не забыть. Никого не забыть, никого не пропустить. Громче. Алло, алло. Так ты сделай. Понимаю вас. Погнали, пока не погнали. Кирилл, как тебе нравится? Все просто прекрасно. Элё, вам все нравится? Очень. Рюкзак не мешает? Нет. Лера, ваше впечатление, вам все нравится? Пойду еще два раза. 250, наверное. Да, ближе даже 250. Все понимают, давайте, как давай смотреть. Первая точка пройдена. Спустя 45 минут. Котята. Здорово. А че это вы благостанты идете? А нам надо. Привет, привет. Здорово. Как спалось? Отлично. Привет, камерман. Где? Постарайтесь с ним, пожалуйста, снимать технику безопасности, которую заранее написала. А ничего, что он тоже нарушил технику безопасности? Они вместе в палатке. Да. Я тут трезвый. Всех. Я тебя сдал. Я тут трезвый. Я тут трезвый. Вместе мы были успокоены. Нормально. Ой, ты камеру за это. За это. Что делается в данной ситуации? Мы его снимаем на видео. Договариваемся с Максимом, что он его вызывает. Такси. Если он полегчает, то хорошо. Так что, унесете меня, ребята, или нет? Давайте. Надо 6 человек. Да. Еще, 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 еще. Еще люди. Давай. Падает. Ты извини меня, нажрался. Вот, Вер, смотри, что... Тебя, как свинья по отношению к участникам, твое поведение недопустимо. Поэтому мы сейчас тебя снимаем с маршрута. Этот вопрос не обсуждается. Можешь хоть в прокуратуру идти, хоть в полицию. Твое поведение небезопасно ни для тебя, ни для участника. Сейчас нужно домой. Поэтому мы сейчас тебя дружно отправляем домой. Пока. Мы пройдем через бой. Да, готов. За эти впечатления вы заплатили 6 тысяч, как говорят. Я этих денег не видела, конечно. Но надеюсь, что-то мне перепадет. Если я с ластами пришел. Можешь хоть на руках, там 30 сантиметров глубина, поэтому вообще спокойненько. Ксения, если я в ботинках пройду, будет неплохо? Ну, потом тебе будет плохо. А вы точно потом пойдете? Ну, не знаю. Ну, нет, иди назад! Да вперед, 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 погнал, погнал! Давай, давай, давай! Рюкзаки надо будет над головой таскать. Это жопа. Во, пошел дровосек. Джон Рэмбо, сэр! Ты теперь не жидкий лев, а реально тигр. Пару метров, не переживай. А ты попробуй чуть правее. Ты думаешь, что ты не намочишь жопу, серьезно? Иди давай. Нет. Подними полотенце только, да. Он по грудь ушла. Вот как рюкзак снести глубоко. Мы видим. Мы видели, да. Ты бы смогла рюкзак перенести вот так? Мы переправились сюда, вся группа решила, что им не надо переправляться сюда. И решили отправить нас назад. Саня у нас спасает тут за бродами. Здорово, Саня. Я не про это, но... Сейчас, давай, расскажи немножко. Секс, секс, как это мило. Лев, ты еще тот мужчина, конечно. Давай, Юр, я с ним уйду.
Стас, лишаешь меня шанса. Как будто я на взвешивании перед боем. Сейчас не самый удачный момент посмотреть. Не слишком большой. Смотри, есть отличная фраза. Большой не стыдно, большой. Товарищ куратор, так и было задумано, да? Если бы они не пришли, как бы сюда делали? Я бы всех погнала. А что они сказали? Андрей сказал, не идем. Ну просто если они не идут, он звонит Косте, Ире, говорит, что они не идут, а мы сходим. Как-то... Слушай меня, Вань, держи, ты будешь у меня замыкающим. Что делает замыкающий, ты в курсе? Мы еще не потерялись, сейчас пройдем к ручейку, потом у нас развилочка и пойдем по азимуту к точке 4. Ваня, прием, прием, Вань. Так, у меня связь потерялась с замыкающим. Макс, да. Оставляйте здесь за старшего. Отсюда никуда не уходишь. Разыгрываем очередную роль. У меня потерялся замыкающий. Не отвечает по рации. Возвращаюсь назад. Ванька не видел? Вот так вот разыгрываем. Там нигде его не было, да? Этих самых. Значит, спрятался. Прямо внизу. Вашу группу? Нашу там будет слева. Вон, видишь, там какая-то группа. А ты какую роль играешь? Потеряшка. То же самое. Да. Прикольно. Что будешь делать, когда придешь? Педалась ну, вернешься всех. К одной группе. Ну, сначала спросишь, где ты его видели последний раз, да? Кто его видел последний раз? Не, в смысле, я потеряшка. А, меня ты... должны искать. Они болт забили. Я уже тут 15... Я 10 минут сидел, блядь, в кустах мерз. Потом а, так у тебя была задача, короче, спрятаться, да? Ну, не, в смысле, у меня должно быть... У меня потеряно. А примерно за сколько ты отстал от них? Ой, тебя ищут, видишь? Саша кричат. Ну, ладно, угадали. Ну, в смысле, а за сколько? А у тебя есть это? Я минут... Рация ну, есть-то? Ну, ты задай, ну, о чем ты говоришь? Давай, если Ванька увидишь, скажешь мне. Я понял. Ну... Ванек вышел на связь, говорит, я ушел с другой группой, Андрей. Я ему сказал, оставайся на связи, сейчас подойду. Ну, что ж вы моего заблудшего-то, а? Вы ему налили, что ли, а? Нашли, братцы! Все, давай, забирай свой рюкзачок, пошли. Ты на месте? Значит, вот этого товарища, которого назначил я замыкающим, мы потеряли. Он у нас ушел с другой группы. Поэтому давайте, ребят, сейчас посерьезней. Реально, ну, шаг вправо, шаг влево. Все-таки лес, заблудиться все тут можем. Даже если тут есть другие группы, блин, и специально может уйти человек. Больше не блуди так, Иван. Не буду. Да, поэтому, Вань, ты сейчас идешь рядом со мной. Рацию передавай Лере. Лера у нас будет замыкающей. Да, у меня все есть. Ребятки, сейчас заходим в лес. Достаточно глухой и частый. Берегем глаза, держим расстояние, чтобы веточки не попали нам в глаза. Все, идем за мной. Лера также замыкает. Все, прибыли к точке. Делаем стояночку. Меняемся. Что происходит? Сейчас будем помогать нашей члену нашей команды идти. Что случилось? С голеностопом проблемы. Ну у тебя там есть эластичный бинт? Колдую. Да? В аптечке же должен быть. Ну да, прибинтовали ногу. Сейчас будем проверять, насколько ее легче станет. Скоро едет. Машина, расходимся. Скоро едет.
Все, ты дошутилась. Разбегаемся, ребят. Оставляем. Давай, 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 расходимся. Почему ты решил эвакуировать? Уточнил у Ксюши, говорю, как сама считаешь, дойти сможешь или эвакуацию, то есть для тебя решение такое приемлемое. Она говорит, лучше всего покой. На эвакуацию согласна? Согласна. Исчерпала. В принципе, логично, да. Отмечается переправа. Итак, как организовывается переправа по бревну? Что, сейчас идем к оврагу. Потому что, поскольку река очень сильно разлилась, мы будем делать переправу не на реке. Хотя это было бы, конечно, прикольно. Но будем делать на овраге. Джинсы порезаны, лето, три полоски макета. Нормально? Мы просто поем, боевой дух поддерживаем, да. Ребята, отыгрывает задачу. Женек у нас руководитель. Ксенон идет, достает его вопросом, через сколько будет привал. Женек решил ускориться, ему это не помогло. А сейчас привал? А сейчас приехали? А это уже привал? А тогда привал. Все остальные снимайте рюкзачки. Мне привал, на самом деле. А еда тебе нужна? Нет. Нам надо смоделировать переправу. Лопай ресницами и взлетай. Присниться не забывай. Не спеши, нам надо сначала напил сделать. Вот херам у тебя скорость! Я так не успеваю! Все. У нас какие у нас девчонки? Давай. Джон Рэмбо, сэр. Джон Рэмбо отдыхает. Отпускайте Юру. Чуть-чуть его выровнять, если что. Все? Да. Пошла жаришка, Юрий. Как не падать. Поехали. Чудеса. Отпусти. Так, ну что, я переправился на эту сторону, завязал штык, свалили бревно. Вот у нас есть страховка. Ребят, что будет переправляться? Как тебе переправа? Не страшно? Реку не боитесь? Нет. Не, ну прикольно, видишь, находим выходы такие интересные. Дело, да? И на колени сразу. Ну, а в зубах, как настоящий пират, на абордаж пошла идет. Пошла жаришка. Натяжка хорошая. Молодцы. Отлично сделали. Кирюха сомневался. Аккуратно сходь. Переправа оформлена. Идем до шестой точки. Всего их 12. Мы уже 8 часов 46 минут в пути. Опа! Вот эта яма, это наша точка, седьмая. Катюха справилась. Так, друзья, Эля, минутная погнали. Готовность. Все встаем в цепочку. Ваня, рюкзак надеваем на плечи. У кого еще рюкзака нет? Макс? Are you ready? Let's go, друзья! Мне плевать на всех. Мне плевать на всех. Блевай. Все, Лерчик у нас идет с 8 по 9. Эля справилась с задачей. Все скажешь. Ребята, хотите печеньки оставить? Давай все, что есть. 11 часов, 20 минут пути, 19:50. Кирилл у нас сломал ногу. Блять, опять актер. Мне кажется, что может вообще это не перелом. Ой, не геройствуй, ну. Кость, может, я допрыгаю? Нет, ни в коем случае, ты у нас еще один. Кирилл, как компутация тоже?
Ладно, девчонки, накладывайте шину, а мы давайте делаем носилки. Зацеп, конечно, не маленький. Терпи! Да не ори, блин. Что, погнали? По центру может, тоже подключайтесь. Ой, прикольно. Удобно? Я опахала. Кирилл, удобно? Кирилл, тебе удобно? Ну какой кайф, а? Вот это приключение. Проще играет в игры, но иногда, видимо, Оскара не хватает. Ну, согласен, жестко, жестко. Но кайф, но кайф. Хорошо, что не в горах. Кирилл, ты был бесподобен. Он ведет 9-10. Оскар на лучшее поведение. 33 тысячи 346 шагов. 23.01. Прошли 12 точек. Все, ребята ищут место под бивак. Ребят, кто готов сказать впечатление? Манала я этот супер, день. Супер, вообще нет, классно. Нет, все чики-бенчика. Я бы еще. Нет, давай. Я говорила, Манала это лучше тебе. Манала я этот день. Все. Экран потух. Фонарик сел. Мне нужен будет фонарик для натяжки тента. Мы даем, собираем вещи, перемещаемся в безопасное место. Через 20 минут мы должны быть уже там все. Мы едем домой? Нет. Встаем все и собираем вещи. Вер, можно комментарии, пожалуйста, на камеру? Официальный комментарий, представитель КП. Что у нас Ребята, происходит? Мы тонем! Вода сейчас тут уже будет через 11 минут! А, ну и забыл сказать, что время 2 часа ночи, и нам надо собраться за 20 минут. Все уже уснули. Задача какая? Значит, вы ставите 7 контрольных пунктов. На обороте карты пишите идентификацию, где он находится. На карте рисуете такой же кружочек, как у вас вчера были на картах. Понимаете, да? Рисуете кружочек и на обороте карты пишите. Раздвоенная сосна диаметром 108 сантиметров в ложбине оврага там, на пересечении трех дорог. Короче, должно быть подробное описание. Что важно, чтобы вся команда осознавала, где она находится на карте. И все осознанно согласились, что мы ставим именно здесь. На квадрате километра на полтора поставили 7 точек. И сейчас уже идем до точки старта. Уложились за полтора часа. У нас осталось полчаса, чтобы вернуться до места встречи. Потом обменяемся вот такими вот картами, где будет описание точек. Ну и, соответственно, квадрат с кругляшком. Каждый из команд будет подойти и забрать. Так, что нам выдали карту. Точка. Все готовы, друзья, такая? Нам выдвигаться пора. Это покурили, в туалет ходили и в дорогу. Вон точечки отметили. Погнали искать. Ну все, точка 7 найдена. А ну-ка. 7, котята! Остался час. Доходя 25 шагов до тропинки, береза обнимает сосну. Направление от Т3 до Т4. Ну, пожалуй, это самая простая. По такой глуши мы еще не ходили. Все. Все 7 точек. Камень. Девчонки тут кашеварят. Натали, вы как? Утоли мои печали. Все хорошо? Красавчики. Молодцы! А вон и женек тянет. Огонь! Дай 5. Молодцы. Огонь! Это Серега! С учетом того, что мы вышли еще позже.
всех. Это было жестко, я согласен. Огонь! Какой? Красавчик. По вашим маршрутам? Да, давай, Женек, жалуйся. Да, с крестом. Вам Яндекс.Ребята так же пути подсказывают. Че, вы все собрали? Да. А мы и не собрали. Да, у вас там одна точка точно не так. Мы не нашли отдых с красивым видом. Но... А, боже, ну это же самое. Ну, ладно. Ну там столик стоял. Под балконом. Надо было на берегу искать. На берегу? Да. Ну там точно совсем. У нас фотка есть. Мы со своей какой-то фотки. И мы... Не, мы вот это вот не нашли. Это стало корнем. Сосна с березой. Вот. А, ну это сложная точка. Блин, ну... Вон она там лежит. Подожди, мы вот до этой точки не дошли, да? Вот. Да. Сосна с березой, но это мы знали, да, что это будет жопа. Вот так, это... и четвертую, да? И четвертую мы не нашли, да. А покажи на карте. Ну, уже сам не помню, да. Четвертая вот. А, ну жесткая, да, она, честно сказать. Да. Это моя инициатива. Может, у него по... Прайс просто.